أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli kardeşlerim Sonu yıllarda Adem oğullarına dinde iyilik koyuldu. Bu kına kişiler nişe yıllar dinsizlikte yaşayandan son yeniden öz dinlerini tutup yaşav için kirte bulmağın anladılar. 90'lı yıllarda babaylarımız etenilerinden işitken tutup kalan amel ibadetlerini durguzu üstünde zor iş koyup iş başladılar. Din kolu kumulinde ulmadı, her kim Rabbisine aşandı, ona kumulinden ihlas müracaat etti. İslam yeniden kişiler kumulinde yaşardı, yaşayı başladı. Hem şu, demek ki Allah Subhanehu ve Teala bizge, her bir bizge de kumuli bizge, iman degen eybirini salıp koydu. Hem her bir bizde o var, onu bir nişikte bitirip bulmuy. İslam dini, tanışlık dini. İslam sözünün tamırında bulan selam sözü tanışlık, iminlik degenini anladı. То есть, даже слово, если ислам в основе, в корне смотреть, то оно переводится как желание, спокойствие и иминлик, то есть безопасность означает наша религия. Аллах Субханаху ва Тааля Куранда бүтін мусульманларға дүнияға тынышлык, хузур хам кардашлык китрулерін әмір ете. Мусульманларға башка дин әхілеріне қаратады, гүзел әхлек көрсету, аларының да яхшылығы үшін тұрышу жауаплылығы екленген. То есть мы должны, мусульмане, не только по отношению к своим братьям мусульман, близким, относиться хорошо, но также и единоверцам, те, которые в других религиях находятся, также к ним хорошее уважительное отношение, чтобы они увидели, насколько наша религия прекрасная, хорошая, и что она относится даже к другим, другим религиям хорошим образом. Әйе, мусульманларыны фитна шығарушылар, қуан құйушылар етіп, көрсетірге тұрышушылар бүгін шоқты. Пейгамбәріміз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям бізді бұл халықта хадис шәріфтерінде кесетіп қоя. Неше күнә болса да, біз мұсылмандар динімізден нық тұруға тиешбіз. Татар халқының тош атланға аш ат деп әйткен мәқәләсін барығызда біледі. То есть каждый из нас, я думаю, знает татарскую поговорку, когда тебе бросают камень, то ты в ответ чем отвечать должен? Более лучшим чем-то. Ош, то есть супом, то есть накормить кого-то. Значит, соответственно, отвечать не тем же. Если мы отвечаем тем же злом, злом на зло, то, соответственно, чем же мы тогда лучше? Нерсевлен біз яхшырак саманнан шул зүлімлік бұзықлық кылған кішіге қарағанда. Ничего. То есть, если же мы, мусульмане, себя считаем, мы говорим, что мы лучше, то значит, мы наши действия, дай Аллах, чтобы были лучше, чем то по отношению к нам, как относились здесь люди. Нашарлыққа нашарлық білен жауап беру, яуызлыққа юл қою деп әйтті. Әйінді сеңа қарата яманлық ұлышыға изгілік білен жауап беру, кемінде тыйылып қалу, өзіне соғап алуғына түгіл, әбәлке Аллах тәлі құшуы білен тегі кішінің көңілін үйімшартуға, қылған нашар ғамәлеріне тәубәй түгі, келешекте бары яқшылықлар, изгіліклер башқаруға сәбәпші де болырға мүмкін. То есть, тем самым, если мы сделаем какой-то хороший жест, хороший поступок, тем, которые нам, если даже навредили или что-то плохое сказали или сделали, то, может быть, у него сердце растает, и он, ислам динен, увидит в прекрасном образе. Мусульман кишисе башкаларга собрылыкның, гаделлекның, ихласлыкның, тынышлыкның урнеги булырга тиеш. Бу бизнең изге максатыбыз булып тора. Аллах Раббыбыз бут уңайдан Коръан Кәримда булай дип әйтә. Аузу биллахи минаш шайтани раджим. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كشلر منفعت لرن قيدر ترشن ميدا ميدان غش غارلغان أمة لرن إن يقشس سز بلدغس أي محمد أمة الله نن منجل قيل من دادا لو كل محفوظ دادا بوسقلنا يقشق عملرن أمر تسز نشر عملردن تياسز هم Аллахға шанасыз деп әйті Аллах Субханаху ва Тааля. То есть Аллах Субханаху ва Тааля, Аллах Всевышний говорит, что вы являетесь
из лучшей уммы, которая выведена, из, является из людей. И те, которые призывают к благому и остерегают от всего дурного. И веруют во Всевышнего Аллаха Всевышнего. Әйе, ислам дині артына яшырынып, нашарлы қылып, ерушілерді бихисап. Үзлерін мұсылман деп ота, башқаларыны олда, башқа дин вакиллерінде ислам дині қоқында дүріс болмаған фикір болдырып, еруші мұнафиқлар, пиғамбарбіз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салям заманында да болғанна, бүгін де бар, ақыр заман шаға да болаша. Алла субханаху ва тааля қиямет күнде бар біздің қылған амалларымызға, ниетімізге қарап хүкім қылаша. Жаныбыз тәнібізден қайырылып шыққанша, біз ислам дінінің соқ дин екенін башқаларға да жеткіру үшін тұршып ешерге тиежбіз. Бір заман Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салям янында сахабалар отырғанда, олар да бір заман келе Әбу Бәкір радиаллаһу анһу һәм әйтті, мен өзімде мұнафиқлық сифатын сезем дейді. Әбу Бәкір радиаллаһу анһу самый близкий друг пророка Мухаммеда, саллиллаху алейхи вассалям, и которого Пайгамбарыбыз, саллиллаху алейхи вассалям, прозвал Абу Бакром ас-Сиддик правдивейшим, говорит, что он чувствует себе лицемерит. И тогда Пайгамбарыбыз, саллиллаху алейхи вассалям, сурау бере, не сабаблиды, что произошло, что случилось, что ты так начал думать ты. Хам лойта, когда мы находимся рядом с тобой, сенин билан бирге булганда, бізге де жәннет те, жәһәннәм де біз көз алдымызда шикелле де. То есть мы, когда находимся рядом с тобой, кажется так, что рай и ад, все это мы в реальности видим шикелле де. Как только мы покидаем тебя де, или бізге қайтып кетебіз, өз ішлеріміз білен шығылана башлағанда, кажется, что мы как будто без веры остались де. То есть дети, семья, работа и так далее, все отвлекает ты. И так, как будто ты себя чувствуешь лицемером ты. И каждый из подвижников так подумал, то есть посчитал. Мы иногда настолько, так как мы себя считаем такими супер бьют мусульманнар, и не ошо мусульманнар, что даже ты шик-то думаешь. То есть на самом деле мы верующие ли. Шын көңілді иманыңыз, кәмелдікті. И хан пиғамбарымыз, саллаллаху алейхи ва салям, нәрсе деп айтты, хәр вақыты өзінікі дейді. То есть, каждому времени или каждому месту свое. То есть, когда вы дома находитесь, естественно, вы увлекаетесь, работа, дом, как мы сказали, семья. И, соответственно, вот этот баланс сохранять Аллах тааля бізге ярдәм етсе еді. То есть свое время намаз выполнение, намаз на полдырмазга, то есть, как мы говорим, иногда вахыт жетмейбіз, деп айтабыз намазға. Қайыр уақытта ты ойлап қоябыз, мектепке біріміз де соңға қаларға тырышмейбіз, бетені балаларына жібергендері. Каждый из нас стараемся в школу вести вовремя, деген балаларына. Будем иногда со злостью, ты агрессию можешь проявить на детей, давай вставай, енді деп. Намазға қайыр уақытта гараж, ласлинга дейбез. То есть вот здесь нашел, что для нас важно. Мы должны задуматься у данного. Ислам динде қон қойуға, көтеруге, экстремистлықта шоқыру юк, хэм болырға мүмкін түгел. Ислам дині кішіні башқа дин тұтуы, башқа милеттен болуы үшін гіна көтеріне, оңа жәрәкәт солуыны қуатлы тыя. Аллах тәлі мұсылмандарға яуызлық қылырға түгел, хәтті гүнаққа ілттерге мүмкін болған ішілерге, яқын келерге де қошмай. Кіші өтіреу зұр гүнақ. Хақиқи мұсылман кішісі мұны яқшы біле, ол Аллах тәлі ләғнәтінен, мәңгілік жәхәннің ұтынынан құрқа қан бұ адымға бармай. Аллах субханаһу ва тааля Құранда айтты, әуду биллахи минаш шайтани раджим, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله سيزنا دين إشن سيزجا قرشة سوش مغنرغا خم سيزنا يرتلار غزدان قوب شغر مغنرغا قراتا إغلقل بلودان خم غدل إش إتودان تيمي هیچ شکسیز الله عادل بولغانلارنی سویه هم آلاردن رازی بولادیب
это Аллах Субханаху ва Тааля. То есть те, которые не сражаются против вас и не погоняют, не прогоняют вас из ваших домов, то вы будьте по отношению к ним в хорошем расположении и делайте им добро. Хам, Аллах Субханаху ва Тааля справедлив, любит тех, которые являются справедливыми. То есть на сегодняшний день, альхамдулиллях, біз жиылышып, мәжіттерімізге жиылабыз, намазларымызды оқи алабыз, оразасын тұта алабыз. Бүтін мүмкіншіліктер. Кто-то разве нас притесняет? Нет. Альхамдулиллях. То есть все в твоих руках. Совершай намаз, яхшылық ішлі, еще добрые дела делай какие-то, никто тебе ни слова не скажет. Все возможности в наших руках. Мухтарам дин кардашларым, ихтибар итегіз, Роббабыз мусульманларға, узубізге, байлабізге, динебізге, илебізге, қылыш көтеріп келмеген кішіге қората, аның нинди дин тұтуы, қайсы милеттен болуына қорамастан, яқшы мінесебетте болырға үнлей. Бірер нашар ғамелға қората, дұрыс ішлеген деп фикір ерту мусульманлық белгесі төгіл. Енді анды нашар ғамелерді қатнашу құрында сөзде болырға дейш төгіл, мүмкен төгіл. Біз мұсылманлар күнде кішкене ғана болса да яқшылық қылу білен ғана шекленіп қалмайша, өзіміздің яуызлыққа қарсы күрешке де бағышларға тиішпіз. Яқшылық башқа яқшылықтарын алып келген сыма, нашарлық яңа нашарлықтарға кетере. Мысалдар үшін Ирақ ерісі жоқ, мұхтарам дин қардашларым. Өткір салдың ма? Если, например, человек мост построил, сколько по нему передвигается людей? Хам, ты облегчаешь жизнь, улучшаешь жизнь людей, и тебе награда записывается за каждое, сколько сильных еще дула было ирущеля. Хаминда кирсенша, юл койдан икен хамир сатулга, як и кибит тутасын арендага бересен, хам шумда хамир сатула икен, хукмар ренжиткен кшелерне, сколько семей разрушается от алкоголя, то есть те, кто участвует в продаже, или которые продают, или которые доставляют, сколько вреда от этого видят семей, соответственно, и нам, Аллах сапасан, возвращается тот же грех. Купер салу дегеннен, ты бір анекдот искатшты, ты бірау айтайкан, миннен сон, ты кишелер минин турында яқшы сөйлесінлер, дейді. То есть, после моей смерти отец просит сына завещание. Харбер встречен, ты вафак булганансун, ульганансун, сын турда яхши силясинарди. Я думаю, каждый из вас хочет, чтобы после своего ухода, чтобы о нем вспоминали хорошо. Хэм буинда купер салып калдырган, то есть мост построил. Хэм бушлы икен, жирилер кіші. Ты часто вот иногда сейчас вопрос возникает же, платные дороги, платные мосты и так далее. И мының малайы, ярарды әте бұршылма, сенің турында яқшы селерлерді. Не переживай, ты после смерти, а тебе будут хорошо вспоминать. Хам, тіге бұ әтесі вафат болады, көпіріні ақша төлеп өткері тұрған бұла. Платный сделал проезд. Нарты кишилер айта, мунун айтысы яхшы идеалды, бушка бизни йертедриди. Шоң шикилде, шол демек инде кишилерге яхшылык ишлеу бул бир койшанда югалмый, хам татар макал айтмышлы, яхшылык ишле да суга ат деп. Кишилерге пайдасы болмаса, балыкларга пайдасы тиет. То есть, сделай добро и брось в воду. Если людям какой-то пользы от этого не будет, то рыбам будет польза. Поэтому мы не знаем, когда ты делаешь добро, ты его можешь сразу не увидеть, иногда беспорицать начинаем. Вот я сделал столько хорошего, что мы хотели яхшылық шлядым. Поясан натижасы. Вот никто меня не отблагодарил, никто мне хорошего слова не сказал. Амадалякин Аллах Тәләдән үмітләндіргә керек әжерін, награду ожидать от Аллаха. Аллах Тәәлә тауын да көрді, тауын да ем артыра. И Аллах Всевышний еще щедрее, чем люди. Люди тебе один раз дадут, второй раз, она уже все, они... Для них это как норма становится. Яқшылық шлегенде,
кешеләргә күпме яхшылык эшлисем, ул аңа ияләшә. Нәфсе. Шулай булырга тиеш шикелле күрә. Әти-әни дә балага яхшылык эшли, бала әтисен, әнисен әрли башлый, ругается потом, ты так не приготовил, ты это не сделал и так далее. Мәдәләкин шул Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне танырга өйрәтү без тиеш. Безне дә татар мәкале әйтмешли, бала чакта балаңа Аллаһ Тәгалә турында сөйләмәсәң, үсеп җиткәч, Аллаһ Тәгаләгә балаң турында зор кыларсың. Если в детстве не будешь ребенку своему говорить об Аллахе, то когда он вырастет, будешь Аллаху жаловаться на своего ребенка. Там хриматлидин кардашларым айткан беше, шушы ислам дине бизнин тирегибиз, хам биз биздин колубузда шуны соклоубуз. Һәм әлхәмдүлиллә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйткәне өчен шәм мөмкинчелек бирде бүгенге көндә. Бик шатны күрергә олы безнең буыннарыбыз, старшее поколение, види, они уже прожили, больше видели, чем мы на многие. Рәхәттә яшик, честно әйткәндә. В то время, когда вот как раз после военный период, если смотреть, ошарлар надо булмаган, нәрсә ошарга. Сегодня мы теге разбираем, правосы ошарга, мынсын ошарга, тегесын ошарга. Они думали, чтобы поесть вообще. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең вакытын алсақ, пәйгамбәрбез бер заман әйтә икән, ашарга бармы дип сорый икән. То, что пророк саллаллаһу алейхи вәсәлләм вопрос такой задал, если покушать, он имел в виду вот, неприготовленная еда. У нас в основном просто в микроволновку засунуть надо и погреть. А он имел в виду вообще крупа или что-то. Хотя бы шунсы бар икән. Айша радиллаһан тайта юпты. Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм нәрсә дип әйтә? Алайса мин ураза тотам. Тогда я буду поститься. Шуңа күрә менә шул заманыбыз, Аллаһка шөкер. Как бы ни говорили, что сегодня тяжело жить и так далее. Завести машину с прилка тяжело, наверное, и тавля. Все китрыгә. Или котел включить побольше, ты дом пока разогреть. Лаш, ты дип, Аллах Таля трендей, это бренче сюза Аллах Таля, альхамдулля, ты шикар кулу. Шуны ешрага и цегиди, Аллах Таля, это шикар кулсалас, то он дал трупирование.